Алексей Александрович, передаю вам ноутбук. Пожалуйста, пользуйтесь. Компьютер для семьи Алексея Сивакова – вещь незаменимая. Сейчас четверо детей учатся дома, и одного ноутбука им мало. Идут уроки как бы практически в одно время у всех. И, конечно, тут вот огромное подспорье, то, что нам вручили вот этот вот компьютер. Теперь, конечно, мы будем вдвое быстрее успевать все делать. Оказать поддержку многодетным семьям поручил губернатор Дмитрий Азаров. Теперь с домашними заданиями будут справляться быстрее. Глава семьи признается, эта поддержка очень своевременна, и такой помощи Сиваковы очень рады. В настоящее время мы провели анализ всех имеющихся ресурсов, посмотрели на все наши возможности, перестроилась работа учителей, налажены самые разные каналы взаимодействия с нашими детьми, с нашими семьями. Учеба идет. И ноутбук, который вот сегодня передали от губернатора для организации дистанционного обучения, конечно же, окажет очень большую помощь для организации, эффективной организации учебного процесса в данной семье. В Самарской области продолжает действовать режим ограничительных мер. Школьники по-прежнему учатся дистанционно. Но не у всех многодетных семей есть дома компьютеры. Лариса Шалафас, Николай Сидоров. События.